Формулы, цифры и таблицы. Именно этим они занимаются большую часть своего времени. Как бы ни менялся мир, бухгалтеры будут нужны до тех пор, пока будут существовать экономические отношения. Сегодня ни одно предприятие, как коммерческое, так и государственное, не может работать без бухгалтеров. В их обязанности входит ведение учета материальных ценностей, начисление зарплаты, ведение налогового учета, сдача отчетности в контролирующие органы. Если на предприятии прекратить весь учет, то работа очень быстро будет парализована. Профессии бухгалтера и аудитора – одни из самых трудоемких и ответственных в любой организации. Как отметил заместитель главы города Сочи, профессиональный опыт собравшихся и постоянное желание внедрять современные технологии в учете и аудите позволяют строить взаимоотношения между учреждениями города на совершенно новом уровне. Мы понимаем, что значение данной профессии сложно переоценить. От вашего профессионализма зависит рост и процветание предприятий, заработок многих людей. В общем-то, хочется вам пожелать всего хорошего, крепкого здоровья, счастья. Отличившимся бухгалтерам вручили благодарственные письма от имени главы Сочи. Среди награжденных и бухгалтер Адлерского рынка. Наталья Кашета признается, от цифр бывает и весело, и грустно. И тем не менее, работа в радости для тех, кто внимателен к деталям, умеет работать с большим количеством информации, анализировать ее и обобщать. У бухгалтера и аудита есть 5 правил. Вот я сейчас скажу, и надеюсь, люди, знающие меня, поймут. Первое – не думай. Второе – если думаешь, то не говори. Третье. Если думаешь и говоришь, то не пиши. Если думаешь, говоришь и пишешь, то не подписывайся. А если думаешь, говоришь, пишешь и подписался, то не удивляйся. На протяжении 13 лет своего стажа.